одним из последствий перенесенного коронавируса называют преждевременную менопаузу. Какая связь между COVID-19 и климаксом? И много ли женщин в зоне риска? Действительно, случаются случаи, когда женщины жалуются на проблемы с менопаузой. Но это может быть вызвано обычной стрессовой ситуацией, которая никоим образом не будет связана с коронавирусной инфекцией. Пока, по крайней мере, таких исследований не проводилось, нет такой стопроцентной информации, что коронавирусная инфекция будет влиять на менопаузу. Любая стрессовая ситуация может быть, а коронавирусная инфекция – это стресс для организма. Поэтому в некоторой степени можно между собой это так и связать.